Талантливых белгородских детей необходимо поддерживать и поощрять. В этом году общую сумму на различные премии и стипендии увеличили в 10 раз. Об этом в своих соцсетях рассказал глава региона. Это важное направление образовательной политики области. Ребята должны чувствовать, что их успехи замечают, и иметь возможности развивать таланты, подчеркнул Вячеслав Гладков. В прошлом году на поощрение талантливых детей во всех сферах образования, культуры, спорт, общественной деятельности было выделено из областного бюджета 8,5 миллионов рублей. То в этом году на различные премирования, стипендии и другие направления выделяется 85 миллионов рублей. Мы не забыли тех, благодаря кому наши дети развиваются, педагогам тоже выплачивается премия из областного бюджета.